Что требуется от нас, чтобы Творец начал воспитывать нас? Внутреннее побуждение, чтобы ты хотел, чтобы так произошло. Будь таким. Что? Что значит быть вот таким? Стремиться почувствовать голос Всевышнего. Как это выражается? В чем? В твоей готовности ты связываешься с товарищами. Ты хочешь не просто учить абсак, а внутреннюю суть вещей, чтобы раскрылся свет, возвращающий к источнику. Это называется твое устремление к нему. Возьми душу мою, Творец. Как проверяют развитие в этом процессе? Насколько ты стремишься установить, как мы сейчас говорили о воспитании, ты должен себя выстроить. Как мне устроить себя так, чтобы в этой ситуации, в которую я себя ввожу, я стану кли для раскрытия духовности? Если я связан с группой, если я пробуждаю их, если я получаю от них влияние, если я вместе с ними учусь с намерением, чтобы это раскрылось нам, я постоянно все более и более формирую, создаю форму, в которой может проявиться Высший Свет, чтобы Он объединил всех, чтобы Он наполнил всех, всех нас.